18 декабря прошло заседание Совета глав государств СНГ, в котором принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На заседании в режиме онлайн-конференции Ильхам Алиев затронул тему последствий многолетнего армянского варварства на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Города Агдам нет, он разрушен. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть, и когда мы начали интересоваться, почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что это являлось своеобразным таким ориентиром, привязкой к местности. В случае, если азербайджанская армия предпримет атаку в этом направлении, чтобы давать артиллерии точные ориентиры, куда бить. А иностранные журналисты, посетившие Агдам, дали городу новый эпитет. К сожалению, в негативном контексте и не выражающий былую красоту города. Посетившие иностранные журналисты, бывший город Агдам, то, что от него осталось, называют его Хиросимой Кавказа. Я считаю, что это хуже, чем Хиросима, потому что Хиросима – это трагедия, ядерный атомный удар, но по ней не прошлись толпы вандалов и варваров. В нашем же случае город Агдам был разрушен после оккупации, сознательно, целенаправленно. Точно так же, как и город Физули. Когда мы его освободили, я приказал поднять азербайджанское знамя на одном из домов. Мне сказали, что нет такого здания, ни одного здания в огромном городе, где жили тысячи, десятки тысяч людей. Все сравнено с землей. Это военное преступление не только города, села. Все села сравнены с землей. Это ситуация, которую, наверное, мир не видел за последние даже столетия. То же самое город Джабраил, его тоже нет. В тех городах, где осуществлялись незаконные поселения, там кое-какие здания оставались, особенно в Кельбяджарском, в районе города Кельбяджар, но они были сожжены и разрушены армянскими представителями за тот 20-дневный или 15-дневный период, за который они должны были оттуда выйти, с 10 ноября по 1 декабря. Так вот, они разрушали дома, те дома, которые они даже не построили. Они просто вселились в дома азербайджанцев. Они их сжигали, они выносили все, они рубили деревья. И даже те деревья, которые не смогли увезти, чтобы продавать, они их просто там бросили на дороге, сжигали леса. Поэтому этот вандализм, он, к сожалению, продолжался до сих пор.